А прямо сейчас в студии рядом со мной Юки Куда. Это миниатюрная кукольница из Японии. Но она пришла не одна. Посмотрите внимательно, с кем. Так, это кто это? Вернее, это кто такая? Это, скорее всего, девочка, да? Ну, дай лапу, дай лапу. Можешь одну дать? Молодец какая. Слушай, а что ты еще умеешь делать? Что еще умеешь? Можешь лаять? Нет? Давай вот так вот. Давай на задние лапы встанешь. Давай, на задние. Молодец, молодец, молодец. Ну все, давай я тебя возьму на руки. Все, Юки, присаживайтесь. Юки, присаживайтесь прямо за стол. Это же потрясающая красота. Привет. 22 июня открылся международный фестиваль «Кукарт» в Санкт-Петербурге. Из более 40 театров из 12 стран на нем присутствуют. Европа, Азия, Латинская Америка. Друзья, сегодня у нас в гостях удивительная японка Юки Куда, которая привезла к нам удивительнейший спектакль. Значит, представьте себе такую ситуацию. На улице стоит столб с дуплом в виде дерева. И внутри него происходит маленькое зрелище, трехминутное зрелище. И, собственно, Юки сидит там внутри и показывает всем эти чудеса. А как вы можете туда попасть? Вы думаете, надо ли покупать какой-то билет? Нет, друзья, вы идете по улице, видите это дерево, садитесь на стульчик, вот так вот делаете глаз и начинаете смотреть. Да, и сразу, Юки показывает вам спектакль. И сразу мы забегаем вперед и говорим, что вы сейчас этот спектакль увидите. Буквально через несколько минут Юки покажет нам этот спектакль. Но для всех, кто не с нами, кто не в Петербурге. Но смотрите, да, понятно. Понятное дело, что, наверное, Юки, наверное, в Японии это принято, такие столбы на улицах. Но вот в Петербурге, вообще в России, это что-то такое новенькое. Как питерская публика вообще реагирует на вот это представление? So, Юки, in St. Petersburg, your tree, your theater, it's something amazing, something fantastic. How is people, how is person, children, spectators... React. React to your performance. Отличается как-то реакция от японской, ну, от японских? Is there some difference between Japanese reaction or Russian reaction? Oh, it's the same, same. Абсолютно, same? Абсолютно одинаковое. And говорит. From baby to quite other people. Mm-hmm. Ну, я это и хотел услышать, собственно, на самом деле. Понятно, что мы братья по крови. А вообще много взрослых смотрят такие, потому что, ну, такие спектаклики, mm-hmm. вот реагируют на это деревце. Понятно, что от детей отбоя не будет. А что делают взрослые в этот момент? To see your theater. Or just children. Or adult is okay. Взрослые также с удовольствием смотрят спектакль Юки. Ну, вот, друзья, мы-то увидим, да, и на питерских улицах тоже, ну, люди увидят, если захотят. А вот вы, нас у вас так, точнее, вас у нас так много, мы хотим, чтобы вы тоже это увидели. Да, ну и сегодня это все увидят, все 140 миллионов увидят, залезут в это дерево, оно при помощи камеры. Да, друзья мои, ну а прямо сейчас для Юки, для вас будет рубрика, которая называется «Детсовет». Спасибо. А что мы смеемся? Понятно. В детстве все вот так вот, все брызгались. Ну, смотрите, сейчас мы опять перенесемся в детство, вообще в самое, я бы сказал, детство, вот, да. Потому что нам покажут спектакль, друзья, прямо сейчас. Но, посмотрите, да. Не просто на сцене, когда принят, а я так понимаю, что прямо в этом дереве, Юки, да? Это домик, внутри которого происходит какая-то жизнь. Это театр в дереве, что ли? The theater in the tree, right? Yes. Вау. Да. То есть это у нас коротко кукольник, Юки, yes. Кукольник, внутри что-то такое. Да? А можно посмотреть? Can we see it? Yeah. Can we see it? Так. Она приглашает вас. Так, ну, давай. Будь аккуратна, смотри. Ты... Я предлагаю надеть наушники. Да? Ну, подожди, смотри, тут написано лево-право. Вот, подожди, вот видишь, с этой стороны право. Это важно. Есть сложности, да. Так. Я вижу тут листья. Так, а давайте все вместе. Двумя глазами нужно посмотреть. Сейчас нам... Что? Ну, я мешаю? Не то, что ты мешаешь, а мы тоже хотим. Давайте все вместе посмотрим. Thank you.
secret. What do you saw? Браво! Вот так, друзья мои. Да. Супер! Спасибо! Спросить, а как же зовут главного героя в этой спектакле «Секрет»? Скажите, пожалуйста, как зовут главного героя? Юки, everybody wants to know what's the name of a main actor, or the main of a main puppet. Main puppet? Yes. Или это секрет? Секрет. Ясно, все секрет. Понятно. Знаете, это секрет. Ребята, вот я так понимаю, что это деревце будет стоять прямо на улице. Да. И каждый желающий может подходить. То есть ты идешь, смотреть. Машины, небоскребы, да, все это, ты идешь в своих мыслях, и вдруг... Остановился, посмотрел. Знаете, так интересно, мне кажется, там каждый что-то может свое увидеть. Вот мне показалось, что, ну так, забегая вперед, да, там такая, ну вы видели, да, мне кажется, что цветочек, который вырос, вот этот человечек, слушайте, это цветочек, который вырос из земли, и бабочка как раз с ним стала дружить. Но, мало ли, может, короче говоря, ищите это дерево. Если вдруг увидите, да, где-нибудь, обязательно подходите и смотрите, что там внутри. Будет интересно. Дима, извини, я перебил. Я даже знаю, почему вот, вот этот глазок сделан вот такой формы, чтобы рука сюда не пролезла. Потому что так и хочется туда залезть и потрогать этого человечка. Но вот она вот сделана так, что вот только глаз. А человечек, видишь, сказал, не думай о плохом. Не думай о плохом. От театрального искусства идем к литературному. Прямо сейчас переплет. Спасибо, Юки. Так здорово. Спасибо.